Жорстка економія на тих, кому і так не перелегке. Скорочення фінансування освіти, скасування пільг на проїзд, виплат чорнобильцям. І це лише вершечок айсбергу. Сьогодні депутати розглядали законопроект, який вже у народі охрестили звірячим. Проблема в тому, що без цього законопроекту не можна розрахувати бюджету на наступний рік. Який треш сьогодні відбувався під Верховною Радою та у самій будівлі, бачила наша здивована Катя Сенченко. Возможно, я даже не останусь живой. Утром под Верховной Радой, как всегда, сюрреализм. Это нонсенс, наука и азартные игры. И спирт. Представьте, перед парламентом плечом к плечу возмущаются три компании. Спиртовики боятся приватизации алкогольной отрасли и потери рабочих мест. И я добиваюсь того, чтобы Укрспирт не перешел в руки частным лицам. Азартные букмекеры жаждут платить налоги в бюджет. Они чиновникам коррумпированным. И ученые боятся сокращения финансирования. Руки бить науки. Пытаюсь пообщаться с первыми. Здравствуйте, вы за Укрспирт сегодня пришли, правильно? Да, я вижу. Здравствуйте, скажите, вы за Укрспирт сегодня пришли? Армия с броем. Укрспирт уволен. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы пришли спиртовиков поддержать, правильно? Нет. Я с броем. Вы же пришли спиртовиков, да, поддержать? Укрспирт уволен. Ну вы точно пришли спиртовиков. Да я же видела вас с плакатом. Нет, без комментариев. Армия с броем. Вы спиртовиков пришли поддержать? Укрспирт уволен. А вы же тоже за спиртовиков, да? А почему вы сегодня сюда пришли? Пиво раздают. Я не могу понять. Сюда пришли то ли работники, то ли дегустаторы. Приватизация отрасли и грозящее увольнение работников – это правда, очень печально. Но сам митинг вызывает у меня подозрения. Я нашел 4 людей, которые только за идею. Все за деньги? За деньги? Все? Все. Нет, не того. Меня, может, убьют. Я уже 5 репортажей дал. Возможно, я даже не останусь живой. Что? И тут все стало на свои места. Привезли оплату? Вы знаете, что за распитие алкогольных напитков в общественных местах административная ответственность? Я знаю. И что? Ничего. Ну, только что на камеру пиво выпили. Так а что мне делать? В смысле? До свидания. Правильно, что еще делать? Что делать простому человеку на митинге? Пиво пить, что еще делать? А на соседнем митинге и закуска нашлась. Волшебная. Бутербродики. Они там сами появляются? Да. Это ящик, который варит, знаете, ящичек вари. Эта веселая компания волшебников требует легализировать букмекерские конторы. Ну вы поняли, это когда вы делаете денежные ставки на спортивные игры. Цель, говорят, благая. В бюджет же никакая копейка не лишняя. Все равно, что запрещать сигареты, алкоголь, понимаете, то есть и люди как играли, так и будут играть. В Германии, Франции бизнес этот легализирован и, соответственно, открыты сайты, в том числе и на территории Украины они зарегистрированы, через которые можно осуществлять ставки. Но обиднее всего мне за милых женщин из компании соседнего митинга. Работники научных институтов выступают против сокращения финансирования своей деятельности. Мы знали про великі скорочення, які обіцяють. И мы вышли за те, чтобы зберегти не просто свои рабочие места, а зберегти науку. И знаете что? Это единственный митинг, который не вызвал у меня сомнений. У дам даже плакаты от руки рисованы. Я написала «Залишить життя науці». Потому что, ну, очень понятно, что 80% сокращения бюджета приведет к тому, что из тех энтузиастов, которые способны продуцировать научное знание, то из них останется 20%. А тут, собственно, как раз и обсуждают скандальный законопроект. Неужели примут? Законопроект 1577 сейчас в Раде главный камень преткновения. В нем драконовская экономия, причем резать собираются по-живому. В списке пострадавших пенсионеры, бюджетники, льготники по состоянию здоровья. И закон нынче – целое поле для пиар-спичей, даже на первом чтении. Это геноцид. Отримати пояснення від тих людей, що голосували цей закон, і звільнити їх з роботи через шалену неякісність підготовки цього закону. Я вважаю, що це законопроект, який прирікає село і селища на умирання. І депутатам-мажоритарники, я звертаюся, треба або написати заяви, скласти повноваження, бо на окрузі після того робити нічого. І тут такое началось, не поверите, но и властные партии, и оппозиция слились в едином экстазе возмущения и красивых слов.
Не можемо допустити, щоб корисні ідіоти продовжили опускати країну остаточно до мишей. Давайте розуміти свою відповідальність. Це антинародний законопроект. Макарович, Матвійчук, який доповідав, вас треба на мальтійський хрест порвати. Начать реформи з олігархів, начать реформи з депутатів нашого парламенту. Ви тільки відчуваєте, що десь є за що зачепитись, просто для того, щоб вийти на трибуну, похизуватись. Я вважаю, що це неправильно. І якщо б Володимир Маяковський вирішив в стихотворній формі зложити сьогоднішні речі депутатів Верховної Ради, мені здається, виглядало б це приблизно так. Хватит ноги свои вытирать, а святые потребности общества. Нам же с вами теперь выбирать, как бюджет на год следующий сложится. Олигархам делиться пора, мы детей, стариков защищаем. Мысли светлые здесь на ура, в один голос так дружно толкаем. Окружить надо люд наш заботой, отложить сей законопроект. Уряд глупый, а ну, доработай. Так решили и... на обід. Там я маю оголосити 30-хвилинну перерву.